Продолжаем разговор. С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 12-й день, месяц получения даров природы, 7525-го лета, понедельник. Идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Самое главное – мудрость в управлении. Идем дальше. Дмитрий, как искать общины? Дмитрий, ситуация вот какая. Общины можно искать по-разному. Но самое главное, это понимать, что ты ищешь. Есть такая притча, вот не хочется мне ее рассказывать, она еще не озвучена, на радио не звучала, поэтому я ее не буду говорить, а скажу иносказательно. Когда человек хочет просто чего-либо, это его хочушка. Когда же он осознанно понимает, что он хочет, в каком качестве, в каком количестве, вот тогда это воплощается и материализуется через него самого, через его окружение, через какие-то вдруг действия властей ни с того ни с сего и так далее. Ну, приведу простой пример. Вот до того, как я приехал в деревню, здесь были такие колеи, что по деревне невозможно было просто проехать. И чем дальше человек от центрального уезда находился, тем сложнее ему было добраться до дома. Матерились, ругались, кто-то просто привозил, высыпал до своего дома что-то, и на этом все заканчивалось. Он мог доехать, остальные не могли. Конечно, в итоге мне эта ситуация надоела, и я сказал, мне нужна нормальная дорога, чтобы можно было здесь ездить. И вдруг на следующий год приезжают большие машины с камешками, вот, сбрасывают вдруг ни с того, и все по всей деревне такой щебень. Потом приезжает каток, укатывает этот щебень. Потом приезжают машинки с асфальтом, приезжает машина асфальтоукладчик. Все это дело укладывается, каточки закатывают и уезжают. Они все сделали дорогу за 2 дня. Причем сделали дорогу не абы как просто так, а хорошего качества. То есть необходимо было представить, что необходимо, да? Нужно было представить, что необходимо, для чего, в каком количестве и как. Вот и все, и появилась дорога. То же самое и в жизни. Если вам нужна община, вы сначала должны понять, а какая община нужна? А что вы там будете делать? Вам просто нужна община? Ну, общайтесь со своими соседями. Не нравится, как он перфоратором в стену каждый день долбит? Это ваша проблема. Вы же хотели общину, вот общайтесь. Не нравится, как он музыку врубает в 2 часа ночи и heavy metal слушает. Да, вы любите народные славянские песни. Но это опять же ваша проблема. Вспомните, как это, сколько фильмов было, да, когда дьявол говорит, ну я исполняю твое желание, ты же его не формулируешь нормально. Ну я же все твои желания-то исполняю. Но ты же их формулируй нормально. Вот из этой же серии. Какая община вам нужна? Создадите образ общины, создадите понятие, для чего она нужна, и община появится. Кто-то придет, предложит создать, кто-то позовет куда-то, где-то вы наткнетесь на какое-то сообщение. Я не буду ничего рекомендовать. Идем дальше. Дима Горячев. Почему перестали мыслить? Люди мыслят, но есть одно. Запутались в душе, ибо душа была в темноте, а сейчас встали на белый путь. Просто тормозим мы, но добьемся своего, ибо мы славяне. Благодарю, друзья. Дима, открой великую тайну золотого ключика. Люди сейчас не умеют мыслить. Мыслить – это не просто из себя что-то исторгать. Мыслить – это умение оперировать мыслями. А оперировать можно тем, что в вас вошло. Я не встречал ни одного человека на Земле, который мог бы мысль породить. Все люди, которых я встречал, даже самые развитые, они принимают мысли, притягивают, как приемники, настроенные на определенную волну. Настроил на волну благости. И он, как приемник, принимает эти мысли, трансформирует и выводит. Кто-то не трансформирует, просто выводит. Вот. А кто-то даже не настроен ни на что. Вот он просто живет, и просто вот в него что-то входит, и он что-то исторгает из себя. То есть у него приемник вот так вот по шкале туда-сюда скачет. Сейчас он как попугай. Вот он сейчас, например, там, помните это, как там, «Приключения попугая Кеши», да, вот эти серия мультиков, когда он там изображал, то он там Хазанова изобразит, который там какую-то рассказывает историю, то он там какую-то спел музыку, которую на радио услышал, то какие-то новости передал, ну и так далее и тому подобное.
Ну вот, большинство людей вот это такие попугаи. Вот ему говоришь умные мысли, и он начинает их повторять. Умные слова, вернее, он начинает их повторять. Просто повторяет и все. Закончились мысли твои, закончились твои беседы, и он затыкается, он ничего больше сказать не может. Повторить больше нечего. Есть тот, который настроился уже не на человека, а настроился на какой-то передатчик, который вне человека находится. Он эти мысли принимает, транслирует. И вот он может их долго-долго говорить. Есть те, которые не просто так настроились, а которые выборочно притягивают, как передачи. Вот эту передачу я смотрю, вот, ну как вот есть просто телевизор, который транслирует, или приемник, а есть, например, интернет, какой-то канал, и даже не канал, а он просто выбирает необходимые ему аудио и видео фрагменты для того, чтобы их посмотреть и послушать. Вот. А вот породить свою мысль, это надо быть уже творцом, это надо быть уже на уровне аза, только аз может создать и породить мысль. На сегодняшний день в лучшем случае люди умеют принимать мысли, в лучшем случае умеют выбирать из этих мыслей что-то надо и их транслировать, передавать или обрабатывать. Вот это называется мышлением. Большинство людей не умеют мыслить, они просто вот так вот в одно ухо взлетело, изо рта вылетело. Вылетает, 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 вылетает. Вот это вот вся их жизнь. То есть как вот медведя научили кататься на велосипеде, потому что просто вот он катается, он за это получает какую-то сладкую штучку или обезьянку, которая полбанана получает. Все, они крутят педали, а зачем, не понимают. Ну, в природе бы они не стали крутить педали, им это не нужно. А в цирке они крутят. За что? То, что не получают. То же самое здесь. Правильные слова сказал – получи повышение зарплаты. Правильные слова сказал – получи повышение в карьере. Правильные слова сказал – тебе люди подтянулись. Ух, как здорово. Теперь я могу их доить. Давайте, друзья, семинар проведу. Вы там по 1000 рублей сбросьтесь. 3 семинара в день, по 3 человека. О, хорошо, нормально. Жизнь удалась. Все. Так что да, мы славяне. Это правильно. Славяне – это те, которые наследники великомудрых предков. И я надеюсь, что все наши передачи идут к тому, что мы учимся мыслить. Для начала притягивать правильные мысли, потом правильно выбирать, потом по лекалу выстраивать и потом уже самостоятельно что-то порождать и в этот мир отдавать. Идем дальше. Олег Светов, вопрос с Ютуба. Алексей, как думаешь, не пора ли начинать соединять в сеть подобные общины? Кто проснулся? По-моему, пора. Олег, с тобой полностью согласен. Всему свое время. Сейчас пока есть определенные моменты, по которым такое сделать не получится. Но такие планы были еще и 5, и 6 лет назад. По секрету скажу. Они с треском проваливались. Тогда было совсем не время, тогда было место ухода от цивилизации. Сейчас такое время подходит. Скоро это начнется. Идем дальше. В эфир отвели мира. Если я сейчас что-то неправильно читаю, прочитаю, то поправляйте. Что мешает объединиться? Д мешает, ибо деление сие написание значит. Начнем писать. Вот как тут прочитать? Д. Начинаем либо, да. Объединяться. Происходит то, что говорим и пишем. Если русичи отказались брать власть в свои руки и сами отдали ее евреям, которые стремились к власти, то это не потому, что революция была, а только потому, что русичи отказались от власти, как и сейчас. Алексей отказывается брать власть в стране в свои руки, как и Трехлебов отказывался брать власть в свои руки. Угу. Замечательная реплика. Я не буду здесь комментировать какие-то националистические вопросы, воззрения. Вот. Но отвечу Велимиру так. Алексей никогда не будет брать власть в свои руки над страной, потому что Алексей взял власть над самим собой. Если страна и общество Алексея призовут для того, чтобы он здесь что-либо, за что-либо отвечал, то он будет вынужден взять эту ответственность по назначению его. И в этом случае он будет вынужден заниматься этим вопросом. А просто так взять власть в свои руки в стране, это означает узурпировать. Потому что Алексей, при всем уважении к этой говорящей голове, не является идеалом. И его власть будет связано с его представлениями. А в этом случае он всего лишь навсего будет тешить свое эго и добиваться того, что он видит в
вполне возможно, нарушая божественную устой. А вот если он будет назначен людьми, вот тогда он будет вынужден проводить то, что он понимает и ведает. Вот это как раз и есть отличие цивилизационного подхода. Залез на бочку, взял власть в свои руки, создали революцию, создали там еще что-то, управление. Это одно дело. Это так называемый лидер. А если мы говорим про наш не демократический, а копный, весевой и державный образ мышления и управления, в этом случае тогда только таким образом, через назначение. Идем дальше. Так, Олег Светов, да? Да, Олег Светов. Пробовал родовые поместья. Надо дорабатывать. Мало проснувшихся. Родовые поместья – это всего лишь родовые поместья, друзья мои. Необходимо понять, что родовые поместья создаются с определенной целью. И это еще не есть строительство державы. Это всего лишь навсего родовое поместье. Если вы понимаете конечную цель, то вы тогда будете понимать, ради чего создается поместье. Если это просто бытие для рождения здоровых детей, это одно. Нет великой цели, нет устоя жизни. И в этом случае это родовое поместье будет, ну, каким-то оторванным от жизни, где, да, будет вам хорошо до поры до времени, пока не передавят всех и не придут ваше родовое поместье сметать с этой земли, потому что на его месте надо будет построить какой-то завод или очередную помойку. Родовое поместье – это начало, но если оно не входит в канву божественного, и если нет там державного строительства по конам, по кону, по устоям, которые сверху нам даны, то в этом случае оно так и останется родовым поместьем. В конечном итоге, ну, будет все, что со всеми родовыми поместьями происходило. Идем дальше. Так, Виталий из Эстонии, вопрос в эфир. Какая разница, какая варна? Главное, хороший и добрый человек. Виталий, если тебе не интересно, какая варна, то в этом случае хорошего человека могут поставить на очень черные и грязные дела. Это первое. Во-вторых, если не знать варны хорошего человека, его могут назначить туда, где он просто не справится с тем, что на него возложено. И он испортит это хорошее дело. Если не учитывать твою варну, то в этом случае тебя могут понизить, и ты не будешь исполнять того, что должен сделать. То есть ты уже десятиклассник, а тебя посадят в первый класс и заставят рисовать галочки, кружочки, там, палочки и все остальное. Долго ли ты протянешь в первом классе? То есть варна нужна для хорошего человека, чтобы хороший человек себя полностью проявил в этой жизни, чтобы он смог пройти свой жизненный путь, как ему положено, а не быть просто винтиком, хорошим винтиком, не на своем месте. Идем дальше. Дмитрий Полушкин из Ютуба. Ведь в последнее время становится все больше разумных людей, но нет объединяющей площадки. Дмитрий, площадка объединяющая, на мой взгляд, есть. И здесь я не буду как там кривить. Народное славянское радио как раз и является объединяющей площадкой, где мы говорим на разные темы, никого не оскорбляем, учимся слушать, учимся делать выводы и учимся познавать этот мир. Объединяющая площадка такая есть. Так что я не согласен с тем, что объединяющей площадки нет. По поводу разумных людей. Если разумных людей становится больше, то в этом случае они смогут по определенным параметрам, по определенным признакам понять, является ли площадка объединяющая или нет. Если площадка объединяющая, то в этом случае они на ней будут появляться, и тем самым через вот это появление, если они разумные люди, познавая друг друга, познавая этот мир, они смогут объединяться и строить державу. Идем дальше. А Роман Ефимов из Ютуба. Здравия всем. Как искоренить эгоизм в другом человеке? Человек прекрасный, трудолюбивый, но не понимает, что такое держава и как можно жить ради других людей. К примеру, эгоистов цивилизации, по ее мнению. Угу. Никак не искоренить. Только человек должен это осознать. Именно должен. Если он не должен ничего, он так эгоистом и останется. Простой пример. Меня спрашивали как-то давным-давно, эгоист? Я сказал, да, я страшнейший эгоист. Сказали, ну как же ты? Ты же говоришь про державу, ты говоришь про объединение. Говорю, я страшнейший, ужаснейший эгоист. Говорит, тогда мы ничего не понимаем, поясни. Я говорю, очень все просто. Вот смотрите, я хочу, чтобы мне было хорошо. Хочу. Я эгоист в этом смысле? Да, эгоист. Я хочу, чтобы у меня все было.
Да, я эгоист, эгоист. Но теперь давайте посмотрим, какой я эгоист и через что я хочу. Если я просто у кого-то что-то забираю, будет ли мне от этого хорошо? Да, какое-то время будет видимость, что мне хорошо. Но потом придет обиженный человек и сожжет мой дом, потому что я забрал у него что-то. Или придет более сильный, отнимет у меня то, что ему понравилось. Или соберутся кучкой и сделают, что им нужно со мной, потому что я обидел одного, второго, третьего. Хорошо ли мне от этого будет? Нет. Нет, этого будет плохо. Ладненько, идем дальше. Если у меня все хорошо, если я никого ничего не воровал, но живу вот так вот по совести, сам произвожу все, а рядом у меня соседи, которые вот не могут своих детей обеспечить, у которых дети, по сути, беспризорники, то в этом случае смогу ли я быть счастлив? Нет. По каким причинам? Да потому что моих детей могут обидеть, потому что меня могут обворовать. Дети же беспризорники вырастают. Мои сады, огороды могут топтать, могут воровать что-то из садов, огородов, могут там что-то украсть. Если я тупой эгоист и не понимаю ничего в державности, то в этом случае я начинаю защищаться от этих подонков, мерзавцев, как некоторые скажут, да? Я, значит, строю высокие заборы. Ложусь спать, утром просыпаюсь, в заборе дырка прорезана, все опять все потоптано, яблоки обтрясены там и так далее. Что я делаю дальше, если я опять тупой? Я продолжаю в этом же духе, я колючую проволоку натягиваю. Просыпаюсь, наступаю на эту колючую проволоку, которую сняли, мне же бросили под порог, я на нее наступил, опять все потоптано и так далее. Я собаку завожу, собака лает, все нормально, потом я нахожу ее отравленной. Ну и так далее. В конечном итоге я перехожу к такой уже обороне, где отстреливаюсь, яд посыпаю и попадаю в тюрьму за убийство. Вот к чему приводит вот такой эгоизм. Что же говорит держава по этому пути, на этом пути, как нам из него выходить, что говорит нам державное мировоззрение и ведическое понимание? Если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, сделай так, чтобы было хорошо твоим соседям. Но не означает, что ты должен какого-то бездельника и бездаря тащить в светлое будущее, а ты должен сделать так, чтобы этот бездельник и бездарь таковым быть перестал. На то и есть община. То есть что мы делаем? Мы приходим к такому бездарю и говорим: «Слушай, брателло, твои детишки топчут наши сады и огороды, трясут наши яблоки. Чего, у тебя яблонь нет? Нету яблонь, понятно, вымерзли. У тебя огорода нет, не умеешь высаживать? Хорошо. Значит, мы вот что делаем. Мы тебе, я забор не строю, я эти деньги потрачу, чтобы строить забор, колючую проволоку, собаку и так далее, их потрачу на полезное дело. Значит, мы к тебе пришли, все общины, помогаем тебе сделать грядки, показываем, как чего растить, разговариваем с твоими детьми. Вот, ты перестаешь пить, курить. Если чего, мы тебе пинка под зад, детей разбираем по домам. Вот. Ну, в общем, плохо тебе будет, короче. Так, по-серьезному будет плохо. Постоянно причем. Вот. И объясняем ему суть политики партии, суть политики общины. По-хорошему, что он понял, что пить плохо, надо следить за детьми. Не просто так вот угрожаем, а еще и рассказываем. То есть сейчас мне многие скажут: вот там давишь. Нет, ни на кого давлю. Детям это все объясняем, дети все очень хорошо понимают. Начинаем с ними в игровой форме высаживать сады, растения, они начинают за ними ухаживать. Уверяю вас, дети на это очень хорошо быстро идут, если папа с мамой не мешают, хотя бы не мешают, а лучше всего еще вместе с ними что-то делают. Они играют с нашими детьми, они ходят нам в гости, мы проводим правильные беседы. То есть дети перестают быть беспризорниками. У них появляется сад-огород. Вопрос: захочется с ним лазить за моей клубникой, если у них такая же клубника, за моими яблоками, если у них такие же яблоки и так далее и тому подобное. Если у них, например, дом плохой, помогаем общине дом поправить, чтобы они сидели не под протекающей крышей, а в сухости и так далее. И таким образом община, помогая человеку, разъясняя ему что-то, начинает воздействовать на него с положительной точки зрения, своим примером показывая, как жить. Дети не видят больше врагов, им стыдно к хорошему человеку залезть в сад, и таких примеров огромное количество. Они начинают уважительно с тобой разговаривать, обращаются по имени и отчеству, уважительно кивают головой, и никогда они в сад не полезут. А если кто-то из чужой побежит, они сами встанут защищать твои сады, потому что они понимают, что это выгодно. Выгодно жить в общине, хорошо жить в общине, потому что добрый человек и добрые люди всегда придут на выручку. Дети это быстро схватывают. Даже дети, те, которые взращивали в семье алкоголика. Уверяю вас, так оно очень часто и бывает. Вот поэтому надо делать так, чтобы вы не просто были эгоистом, а понимали необходимость, потребность жизни в таком обществе и делали это общество, создавали его. А если будете говорить: ну это невозможно, нас окружают такие вот такие, ну будет невозможно. Все
зависит от вас, от понимания, от вашей мысли. Идем дальше. Евгения Роденко. Алексей, благодарю за знания, всем добра. Владимир из Мытищ. Вопрос в эфир от Владимира. Какова вероятность того, что планета Земля, как иерархически более высшее существо над человечеством в рамках мироздания, захочет утилизировать человечество внезапно и безоговорочно? Это не то, что вероятность, а так оно и есть. И неоднократно уже такие утилизации производились. Земля, естественно, сама на дыбы не встает просто так. Она создает условия для того, чтобы это все происходило. Мало того, высшие силы помогают, чтобы это все произошло. А поскольку мы живем на Земле, то любые изменения в колебаниях силы Земли, ну, то есть то, что называют энергии, они очень сильно воздействуют на человека. Чуть-чуть меняются эти колебания, меняется так называемая вибрация. И в этом случае все начинает жить по-другому. Вот. И в конечном итоге люди начинают сходить с ума, уничтожают сами себя. Земля может создать какие-то условия, там, ввалить что-то в океан, например, пойдет цунами, трещину какую-то создать, где-то что-то вскипятить излишнее, и будет засуха или наоборот, смывать все будет. Так что это все неоднократно повторялось. Вопрос: мы разумны или мы неразумны? Мы уже поняли, что так дальше жить нельзя, или еще будем спорить о том, что мы поняли или не поняли? Осознанность. Вот что нам надо проявлять. Осознанность, а не просто разговоры об осознанности. Включайте головы. Боги вам помощь. Идем дальше. Павел Боков. Нам нужно найти объединяющую всех цель. Достойная цель – борьба за трезвость. Как протрезвеет народ, так и легче будет до него достучаться. Народ умирает от алкоголя. Павел Боков, благодарю. Очень хорошая реплика. Сам долгое время не употребляю никаких ядов. И понимаю, что это очень было правильно. Но давайте-ка задумаемся, а является ли трезвый человек… Человек, который с большой буквы человек. Является ли трезвый человек всегда праведным человеком, исполняющим правильно какие-то свои обязанности или правильные установки? Трезвость – это естественный образ жизни, не более того. Но цель, естественный образ жизни – это не высшая цель. Это само собой разумеется, это инструментарий. То же самое, что давайте перестанем себе отрывать руки. Когда человек станет с руками, он начнет жить осознанно. Да нет, человеку даны руки, не надо их отрывать. Ведь давайте перестанем себе выкалывать глаза. Тогда человек будет все зрячим и будет нормально все видеть, или не протыкать себе уши и так далее. Ну, протыкать уши гвоздем имеется туда, насквозь. Вот, это норма. Трезвость – норма. Точно такая же норма, как обе, две ноги иметь, на них уметь ходить, две руки уметь что-то иметь делать, глаза. Но ведь руки могут делать что угодно, как хорошее, так и плохое. Глаза могут смотреть на хорошее, на плохое. Слышать можно и то, и другое, и приводить себя куда угодно. Трезвость – это норма жизни. Но давайте вспомним, например, как и здоровье. Давайте вспомним, например, Третий Рейх. Там же люди стремились к какому? К трезвому образу жизни. Жизни на земле. Как-то почитание своих лидеров, почитание своих устоев. Плохо разве? Замечательно. Но что из этого вышло? Потому что цель была другая. Да, здоровье, да, трезвость, да, все замечательно. Физическая культура. Это не цель. Это инструментарий. Трезвость – это норма жизни, которую необходимо достигать, но это не цель. Потому что трезвого человека можно послать на войну, одурманив его мозги какой-то пропагандой, и он будет убивать себе подобных. Трезвого человека можно запустить в воры, и он будет грабить. Трезвого человека можно посадить в какую-нибудь шайку, лейку и выдвинуть его каким-нибудь депутатом, и он сядет как депутат и будет воровать. Он по-трезвому будет. У меня таких трезвенников, знакомых в свое время, было огромное количество. Они расчетливо, будучи трезвыми, не курили, здоровые, они обворовывали других. Трезвость – это норма жизни, это необходимое. Составляющие нашей жизни. Как и два глаза, как два уха, рот, голова, руки, ноги, правильное пищеварение. Это здоровье, вот и все. Поэтому недостаточно одной трезвости. Необходимо понимать, для чего ты живешь на земле, для чего ты будешь трезвый, для чего ты будешь здоровый. Идем дальше. Олег, считаю, что сейчас семенной фонд уже не актуален. Химиотрассы сводят его на нет.
Лично наблюдал, как летом целыми днями над полями эти самые химиотрассы распыляются над полями и оседают на них. Олег, все правильно, хорошо ты говоришь, все здорово. Я же сказал, что семенной фонд все равно придется так или иначе создавать. Это в любом случае, потому что иначе, если вы не будете его создавать, то в любом случае его будет кто-то подсовывать, и не факт, что он будет полезный для вас. В любом случае, это зависит от нас. Но для того, чтобы химтрейлы не появлялись в нашем небе, необходимо кое-что предпринять для того, чтобы. Если не будет принят закон о химтрейлах, а его надо создавать, то в этом случае тогда необходимо быть хозяевами, которые не допустят, чтобы над ними эти химтрейлы распылялись. Я уже об этом говорил. Идем дальше. Псих, вопрос в эфир. Здравия и счастья, друзья. Я говорила ранее и скажу снова. Я готов и жажду трудиться во славу державы. Однако у нас держава. Что я могу сделать, чтобы возродить или создать державу, кроме как начинать с себя? У меня болит душа, ибо я осознаю, что происходит у меня на родине. Как мне избавиться от этой боли, Алексей? Как наши предки допустили палки в колеса, по твоему мнению? Если наши предки допустили то, что имеем, вправе ли я на них сердиться? Во-первых, дорогой мой псих, успокойся. Прими таблетки, которые тебе назначил доктор. Не суетись. Значит, а если серьезно, вот что. Ну, во-первых, на предков никогда сердиться нельзя, потому что вы не знаете, почему предки так или иначе поступали, какие были установки на их жизнь, какой путь им необходимо было пройти, почему они пришли на эту землю. Вот эту тему мы закрываем сразу. Сердясь на своих предков, вы сердитесь на самого себя, потому что имеете часть их крови в себе. То есть сердитесь на часть самого себя. Ну, возьмите руку себе, отсеките, потому что она больше похожа на папину руку, а вы папу не любите. Выбейте себе глаз, потому что он цвета, как у мамы, а вы маму не взлюбили. А волосы себе выдерните с болью или ухо отрежьте, потому что они похожи на дедушку или там, на бабушку, которых вы не взлюбили, которые сделали что-то плохое. Глупость, глупость. Поэтому родичи надо принимать, какие они есть. Это и есть ведическая культура. Принимайте свое прошлое в том виде, как оно есть. Ни на кого сердиться и злобиться нельзя. Душа болит. Да, душа болит, потому что ты осознаешь. А душа болит у тебя не только потому, что ты осознаешь, но еще и потому, что ты не осознаешь, что дальше делать. Как раз вот тут мы начинаем разбираться, что же дальше делать. Ты готов трудиться во славу державы. Ну, готов так трудись. У нас пока не держава. Сразу отвечаю. Однако у нас нет ни держава. Что ты можешь сделать, возродить державу, как начинать с себя? Именно, если человек недержавно мыслит, он не может быть в державе. Ну, просто подумайте, если человек не мыслит державно, может ли он быть в державе? Если он не понимает устоев державы, может ли он быть в державе? Ну, это примерно то же самое, как вы приезжаете в автосервис, спрашиваете, механик есть? Говорят, да, механик есть. Вот идет мужик, у него, видите, написано «механик» на майке. Но при этом он ни разу машину не открывал. Он себе просто написал «механик». Много ли он машин починит? Потом приезжаете домой, у вас проблема с электричеством. Вы спрашиваете, электрик есть? Приходит такой же, «электрик». Но он не знает, что такое 220 вольт, что такое 380 вольт, что такое одна фаза, что такое три фазы, как это все устроено, как это там, что, куда закрутить, прикрутить, протянуть, соединить. Он не знает, он просто себя назвал таким. Так вот, можно ли себя назвать державником, если вы не знаете устава державы? А начинать всегда вы можете только с себя. Вы же не можете заставить другого читай, учись, будь державником, но при этом сами ничего о державе не знать. И когда он чему-то научится, он будет строить державу, и вы вместе начнете строить державу. Глупость, абсурд. Вы не сможете создать державу, если ничего о ней не понимаете, если ничего о ней не знаете. Поэтому всегда вы начинать можете только с себя. Свое мировоззрение изменять, свое мировосприятие изменять, осознавать, понимать. Вот. То, что происходит на родине, это болит душа, то, что сознаешь, это здорово, что сознаешь. Теперь следующий шаг. Теперь начинать делать так, чтобы от этого избавляться. Избавиться от боли ты сможешь тогда, когда станешь хозяином, я об этом уже говорил. Но, как допустили наши предки, про это не будем говорить, потому что много раз об этом говорилось, ну и глупо сейчас теребить то, что мы сейчас исправить не можем. Детская психология подразумевает, вы всегда спрашиваете, а чего у других? А взрослый говорит о том, а что у меня?
Вот мы сейчас выходим из детскости, переходим ко взрослому. Меня не интересует, что там кто говорит, что там делать. Меня интересует, что делаю я. И как я своим примером могу другим показать, что и как делать. Вот я живу по принципам державы. Все. Идем дальше. Вопрос в эфир от Яровита из Ярославля. Подскажи, Алексей, как объединиться с людиной, которая мыслит линейно? Ты сказал, что взрослый прошел через детство, но он не сможет из ребенка сделать взрослого за пару минут. Быстро ли ты достиг того уровня, на котором находишься сейчас? Несколько вопросов. Угу. Объединиться с людиной, которая мыслит линейно, можно и нужно. Очень просто. Линейному мыслящему отдавать линейные задачи. Нелинейно мыслящий всегда будет хозяином ситуации, хозяином этой жизни. Поэтому нет никаких проблем для того, чтобы линейно мыслящему человеку предоставить понятную ему цель, понятную задачу, как в армии. Наверху маршалы и генералы понимают, как надо воевать, как можно победить врага. Дальше спускается упрощенная задача, еще ниже спускается упрощенная задача. Командир отделения командует из окопа в атаку туда, куда надо. Вот это называется линейное мышление. С пункта А в пункт Б добежать, при этом не быть убитым, поразить врага, занять следующий окоп. Вот это линейное мышление. А если ты маршал-генерал, то в этом случае ты всегда сможешь придумать ту задачу, которая будет понятна линейно-мыслящему и которую сможет исправить. Далее, для того, чтобы, если у тебя есть желание и возможность, и необходимость перевести из линейного мышления, необходимо тренировать мозг этого человека. Не общаться с ним сразу на высокие материи, не давать ему сложные задания, а подбрасывать, как более здравомыслящий и опытный человек, подбрасывать такие задания, такие задачи, которые бы этот человек мог в своей жизни применить и которые бы его развивали. Как с ребенком. Начинайте с простого «агушеньки», «агу». Потом начинать с ним разговаривать, произносить какие-то слова, показывать какие-то предметы, что-то еще, называть их имена. В конечном итоге начинает произносить первые слова, потом начинает ходить. Все потихоньку. Невозможно с первой ступеньки, 10-ступенечной лестницы, сразу прыгнуть на 10-ю. Разобьетесь. А вот вниз протянуть руку, подтянуть того, кто ниже вас, можете. Но опять же, если вы его за шкирман будете тащить, то в конечном итоге он залезет, даст вам по балде, потому что вы испортили ему жизнь. Вот. А если вы будете помогать ему подниматься, не за шкирман тащить, а немножечко подстраховывать там, где надо, и давая ему упражнения на выносливость, на правильные шаги, на осмысление, зачем ему-то лезть, он будет развиваться. Ваша задача его за ботву, как морковку, тянуть или дать этой морковке вырасти. Морковка не растет за 1-2 дня. Вот, так что из ребенка сделать взрослого за пару минут не удастся, я об этом говорил. Быстро ли достиг уровня, на котором находишься сейчас? И быстро, и медленно. Я об этом как-то рассказывал, сейчас не хочу рассказывать. Идем дальше. Дмитрий, вопрос в эфир. Может ли радио помогать людям в поиске людей со схожими идеями, целями, конкретно передавая и распространяя информацию о том, кто где находится, кто кого ищет, возможно, ту же самую рассаду распространять, семенной материал? Как я вижу, сейчас с этим не все так гладко, как хотелось бы. Кроме этого, не так легко найти экологически выращенную еду в каждом городе. Может, радио может дополнение трансформироваться в некий каталог разумных людей, целей и земель? У нас есть все необходимые в руках данные, материалы, необходимые условия для того, чтобы все это уже начать воплощать. У нас не хватает людей. У нас не хватает тех, кто это начал вместе с нами делать. Мы до сих пор сайт не можем запустить. Понимаете? Только из-за того, что делаем это очень и очень медленно. Только из-за того, что тот человек, вернее, который сначала сказал «да, я это буду делать», в конечном итоге, получив сумму денег, которую мы собрали, сказал, что у него есть более важные дела, и он и не вернул денег, и не сделал сайт. И теперь нам приходится ковыряться, потому что деньги потрачены. Вот. Поэтому, если вы это желаете, если вы осознали необходимость, и если у вас есть возможность правильно и хорошо программировать, заполнять сайт, вести для начала на общественных началах какие-то разделы таких сайтов, пожалуйста, все уже готово, все уже мысли, разработки есть. Все, о чем вы здесь пишете, все давно уже разработано. Необходимо теперь это все дело воплотить. Так что
Если вы хотите ждать результата, то это как в притче: учитель, долго ли ждать светлого будущего? Долго, если будешь ждать. Если вы хотите это создавать, давайте создавать. Просто так, сразу скажу, в команду вы не войдете, потому что я вас не знаю, и будут какие-то проверки сначала. Это в любом случае. Но это делать надо. Так есть. Идем дальше. Павел Боков, вопрос в эфир. Как можно разбудить спящих людей? Спящих людей можно разбудить по-разному. Но самое главное, чтобы они потом не встали, не наваляли за то, что прервали их чудесный сон. И уже об этом много раз говорилось, что спящему человеку, он же видит сны, дайте ему новый сон. Спящий человек видит сны, которые ему накрутила и внедрила цивилизация. Так это? Так. Если он видит сны, то в этом случае дайте ему те сны, которые будут ему интересны, красочны, так же, как и дала им матрица цивилизационная, но которые будут действовать по принципу, развлекая, увлекай, увлекая, направляй. Если вы мастер в своем деле, если вы ведущий человек, для вас это будет расплюнуть. Вы подберете такой репертуарчик снов, который его не то что пробудет, а который его заставит выскочить из этого состояния, бежать впереди вас, еще кричать: подвинься в сторону или там давай догоняй. Идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика. Хороших людей много, но они плохо объединенные, да и паразиты вносят вирус разделения. Те, кто осознает процессы и понимает последствия своих действий, поступают верно и правильно. Идем дальше, комментировать не буду. Алекс, реплика. Благодарю за ответы, со всем сказанным согласен, только есть много тонкостей, которые не выразить через чат. В беседе вопросы открываются глубже. А пока даже рядом со мной нет никого, кто бы стремился к добродетели безвозмездно. Уж про жертвы молчу. Еще раз. Мысль есть все. Для начала умеем правильно настраиваться на передатчик мыслей. Потом умеем правильно фильтровать необходимые нам мысли. Дальше умеем из отфильтрованных мыслей выстраивать некую последовательность. Как вот дали кирпичи, мы из этих кирпичей что-то строим. То есть нам необходимо дальше создавать план действий, создавать понимание, для чего и как мы это делаем. Я об этом сказал, что мы пока сами кирпичей не производим, мы только их можем взять. Я не встречал людей, которые способны рождать мысли. Пока не встречал. Они, может быть, и есть. Вот. После этого, когда вы создали этот образ и выпустили его в мир, то так или иначе вокруг вас будут появляться те, кто вам нужен для создания того проекта, который вы сделали. Поскольку кирпичи у вас уже есть, вы их научились брать, нужного размера научились подбирать, нужные марки научились подбирать, цемент, проект, все есть, стройматериалы есть. И дальше, так или иначе, к вам подтянутся те, кто будут вместе с вами строить храм, строить жилье, строить комплекс жилой, строить различные здания, которые вам необходимы. Мысль есть все, но мысль должна быть правильной, ей надо уметь управлять. Научиться хотя бы думать, мыслить. Идем дальше. Дима, добрый. Алексей, благодарю тебе за твои труды. Дима, благодарю тебе за твои добрые слова. Анна Бондаренко из Ютуба. Вопрос в студию. Алексей, что ты думаешь по поводу глобального предиктора и эгрегорно-матричного управления? Оно есть. И обязательно оно есть, но оно подходит для состояния стада, то есть цивилизации. Как только добрую волю человек проявляет, и он готов, что самое главное, не просто «я хочу выйти», не «хочушка», а готов с пониманием выйти в самостоятельное плавание, создание чего-либо как хозяин на земле, то есть становится хозяином, на него больше ни предиктор, ни эгрегоры, ни прочее не воздействует. Он начинает жить самостоятельно. Он начинает быть хозяином. Став хозяином, он объединяется с другими хозяевами. Он создает свою жизнь. Все. Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. Надежда есть на лучшее будущее? Надежда умирает последней, поэтому она есть всегда. Вопрос, что ты к этой надежде прилагаешь? Просто это голая надежда или все-таки у тебя есть план по тому, как ее воплотить в жизнь? Мы сейчас говорим о том, как ее воплотить в жизнь. Идем дальше. Ирина Федотова.
Как же все правильно говорите. Благодарность вам за все эфиры. Слушаю всегда. В прямом эфире впервые. Низкий поклон, Ирина. Идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Мозг, отравленный алкоголем, не способен мыслить и созидать. Алкоголь – это и есть то зелье, которым опоили ясного сокола. Павел, я же сказал, что я полностью с собой согласен. И я всесторонне ратую за то, чтобы пойло перестало, и эта трава, везде разливаться. Я говорил не просто так про дяденьку Якубовича. Вот. Еще об этом будем говорить. Сколько его стопка, прокинутая в эфире, стоит всей стране. И какая потом трагедия разыгрывается с пятницы на субботу. Просто статистику никто вам не показывает. Но, еще раз говорю, даже трезвый человек будет являться трезвым и здоровым и правильным винтиком в системе, уничтожающей его, если он не понимает главную свою цель. Вот о чем я говорил. Здоровье – это естественный образ жизни. Здоровье и наркота несовместимы. И только, естественно, трезвый человек способен быть творцом. Это само собой однозначно. Но трезвый человек более сильный, способен и уничтожать все другое. В зависимости от того, как воздействует на его мозги, в какой цивилизационной структуре он существует. То есть здоровый в матрице – это здоровая батарейка. Здоровый в державе – это здоровый человек божественного направления, созидающий. Понимаете разницу? Если в матрице подключается здоровая батарейка с хорошим запасом энергии, она просто его использует, сосет. Он здоровый, но он трудится, работает, вернее, на матрицу, не осознавая того, его обманывают. Здоровый человек в державе, он строит державу, и он соответствует божественному промыслу, божественному направлению, самому себе, в конце концов. Поэтому без трезвости однозначно нам невозможно что-то построить. С трезвостью, да, однозначно, но должна быть цель помимо естественного образа жизни. Это не цель, это естественный образ жизни, который необходимо внедрять, пропагандировать, объяснять. Да, это образ жизни, это инструмент, без которого нам дальше невозможно. Вот о чем я говорю. Идем дальше. Так, Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. А кузнецы мыслей или алхимики преобразования мыслей существует? Все существует, идем дальше. Павел Боков, вопрос из Ютуба. Очень медленно русы просыпаются. Хватит ли нам времени проснуться до того, как китайцы заселят наши земли до Урала? Если вы будете действовать по простым инструкциям, которые вам уже неоднократно давались, то в этом случае просыпание будет происходить моментально, точно так же, как и просыпается обычный человек. Если вы даете сны правильные и заменяете ими сны галлюциногенные, вызванные одурманиванием и вызванным вредом, то в этом случае тогда человек просыпается быстро, потому что он видит правильный сон, который побуждает проснуться. Поэтому просыпание происходит моментально. Вот так же, как и человек. Спал, раз, глаз открыл, ни с того ни с сего. И он понимает, что наступило утро. Ой, как здорово, солнышко стало. Ура! И пошел что-то делать. Дальше. Пацак, вопрос из Ютуба. Это я прочитала. Так, Вера, вопрос в эфир. Было сказано, что одним из критериев, мешающим нашему объединению, является то, что люди все разные или живут в своих мирах, но практически все считают себя людьми хорошими и удивляются, почему это с ними происходит что-то не то. Может быть, они живут не в своих мирах? Еще иногда люди считают себя уже знающими и сведущими и не желают разобраться в себе, а разбираются в других и не принимают их. Может, они боятся, что окажутся хуже кого-то? Может, это страх, который убивает человека человека? Да, да, да. Это если просто отвечать. Здесь в этом вопросе уже даны все ответы. Люди живут в мирах, которые им навязала цивилизация. Каждый живет в своем мире. Это принцип, который хорошо был изложен у Алана Далласа в том самом плане, про который якобы говорят, что его нет, но по нему все развивается. Каждому человеку дать того царя, которого он хочет, того правителя, которого он хочет, для того, чтобы разбить большие страны на маленькие уделы, на своих маленьких князей, царьков. Каждому дать свою религию, каждому дать свое какое-то там мировоззрение и так далее. Вот этим
очень-очень долго активно занимались. Вроде бы нас всех раньше, а может быть сейчас, большинство объединяет телевизор. Но он же объединяет всех. Наше внимание туда притянуто. Мы туда свои мысли отдаем. Мы свое время тратим. Где наше время, где наши мысли, там наша энергия. Где энергия, там кровь. Где кровь, там жизнь. Вот мы подпитываем всю вот эту вот систему, которая деятели телевизионных искусств очень упорно по воле кого-то создают. Кто-то там зарабатывает деньги, а кто-то преследует более высокие цели. Об этом мы как-то поговорим в одном из эфиров, я думаю. Вот. Но так или иначе, это все есть. Нас объединяет телевизор. Ну, тех, кто смотрит еще во всяком случае. Кто не смотрит, тех, конечно, уже не объединяет. Но единит ли он нас, если единение? Нет, почему? Потому что огромное количество программ, и каждая программа воспитывает своего негодяя, который плюет на землю, который матерится, который не знает, зачем он, который готов другого убить только из-за того, что у него что-то лучшее, а там по телевизору показали фильм, показали ток-шоу, показали, как себя надо вести, как надо выпивать культурно, да мало ли что показали. Вот. Поэтому каждый живет в своих мирах. Вот. Как из этого выходить, мы уже говорили. Люди себя считают хорошими. Да, у нас мало людей, которые бы сказали: «Я негодяй, я плохой». Почему? Потому что не осознают свои деяния, не осознают их с точки зрения державности, не понимают, что происходит. Это так оно и есть. И ничего с этим пока не поделаешь, если просто за этим наблюдать. Если же человеку давать осознание того, что такое держава, не ругая его, ни в коем случае нельзя говорить: «Ты негодяй, ты мерзавец, ты живешь неправильно». Нет, вы превратитесь в какого-то сектанта, в какого-то сумасшедшего, в какого-то праведника, в кого угодно превратитесь, и от вас просто будут отворачиваться. Если же вы просто будете давать рассудительно, здравомысленно какие-то вбросы делать, такие вот иллюзионы новые, сны, иллюзии сладкие, яркие, где давать какие-то образы светлые, человек будет проникаться этими образами, он скажет: «Слушай, я так хочу жить, я хочу, чтобы так было». И вот тогда с ним уже можно говорить: а как достичь того, чтобы было? Не говорите сразу про то, что делать, а сначала сделайте так, чтобы человеку захотелось двигаться туда, где ему будет хорошо. Не гоните палкой светлое будущее. А сначала объясните, что его там ждет, чтобы он сам своими ножками захотел не просто пойти, а побежал туда, еще бы вас за собой тянул. Вот, так что разбирайтесь. Мне кажется, что да. Это сказать, что ты плохой, не так уж сложно. Мне кажется, гораздо труднее говорить все время правду. Да, по-моему, вообще невозможно. Если человек не готов воспринимать правду, он ее будет воспринимать как оскорбление. И в этом случае он с вами будет затевать драку. Нет, самому всегда говорить правду, не врать. А самому себе правду говорить очень просто. Идите на унитаз, садитесь, открываются все каналы, и вы перед собой, как на ладошке, и говорите, перед что собой, да, а в общем. Ну и все. Нет, а для начала нужно себе честно сказать. Если вы не готовы себе сказать, вы в обществе это не скажете. Сначала надо нарисовать себя, что я вот это. И это осознать и понять. И самое главное, не просто себя уничтожать, потому что некоторые начинают себя в другую крайность: «Ой, я полное дерьмо, я вообще все, и пошел вешаться». Нет. А задача какая? Задача сделать так, чтобы человек понял, ему захотелось это исправить. А для этого должны быть ориентиры светлые. Почему сказки существуют добрые, светлые? Да потому что ребенок хотел в них быть, он хотел достичь этого света, чтобы все жили не в дряхлости, а жили в радости. Чтобы, если уж семья, так на всю жизнь, чтобы умерли в один день, чтобы была у них счастливая семья, были счастливые дети, чтобы все были разумны. Но все же это хотят. Ну подумайте, какая сказка русская народная ведет к чему-то плохому? И все хотят этого. Все хотят, даже те сказки, которые непонятны современному человеку, там про щучье там веление или про сивку бурку или что-то еще, в них сокрыта очень интересная такая ситуация, которую многие не понимают. Но в них свет, и дети этим светом заряжаются. Так а почему же мы себя позволяем вводить другие страшилки, которые текут из телевизора? Там какая-то программа постоянно про убийство. Какой-нибудь там товарищ, который уже помер, а его передачи продолжают быть, потому что он был известным артистом, и вот он рассказывает про убийство, постоянное убийство, кровь там и так далее. И люди смотрят. Всем интересно, как там Волочкова чего в очередной раз оголила, что он там кому показала. Интересует, как там Басков на ком-то женился, кого родил. Интересует, кто там Моника, где там чего-то, кто там выше ногу задрал, кто там больше выпил, у кого больше на свадьбу денег ушло. Как вы тут при чем? Ну, люди
прожигают свою жизнь, считают, что это нормально. Но это их жизнь. Я не имею права их упрекать. Это их жизнь. Да вы-то здесь при чем? Начните с себя. Детский синдром. Вот смотрите, как живут другие. Ой, он там женился. Ой, там родился. Ой, он там задницу показал. Ой, вот это там пластическая операция. Там, теперь у него есть 4 груди. Ой, как здорово. Вот. Ну и что? Вы-то тут при чем? Это детский синдром. Уходите от него. Начинайте жить своей жизнью, своей головой. Идем дальше. Александр, вопрос в эфир. Здравия желаю, Алексей. Какие будут дальнейшие планы по развитию Народного славянского радио и просвещению уснувших? Сейчас, Александр, отвечу еще там. Чуть-чуть страх. Про страх я уже много раз говорил, который убивает человека и человека. Да, так и есть. Если человек подчиняется страхам, он ничего разумного сделать не может. Это уже 1000 раз убеждался сам. И посмотрите, есть родовая нить «Как жить без страхов». 2 варианта выложено. Очень жесткие варианты. Будьте готовы, что голову будет ломать. Вот. Но, извините, по-другому пока никак. Хотя есть и третий вариант, более мягкий, я пока его не выкладывал. Родовая нить «Как жить без страхов». Зайдите на Народное славянское радио в Ютубе, и там вы это найдете. А продолжение еще нет, Алексей? Продолжение есть, еще 2 части выложены. «Серая Вселенская империя», где рассказывается, как мы оказались в такой вот этой ПИИ, вот, как мы здесь живем, почему живем и как мы там все остальное раздали, как это происходит. Ну и о том, как воздействовать на окружающий нас мир, чтобы при этом не получать обратки. Теперь к Александру. Угу. Как будут дальнейшие планы? Так планы такие, друзья, подключайтесь. Планов громадье, подключайтесь. Есть планы по улучшению вещания, есть планы по количеству программ разноплановых, очень интересных. Не хватает тех, кто занимается звуком. Песен необходимо добавлять наших народных, славянских, да и не только народных, а хороших, которые несут добро, с хорошими голосами, с хорошими правильными словами, с прекрасной музыкой. Занимайтесь, отбирайте те песни, которые вам нравятся. Я уже об этом 1000 раз говорил. Не присылайте мне в почту, а выкладывайте себя на облаке и давайте ссылку на папку. Исполнитель такой-то, там 5 песен. Исполнитель такой-то, 5 песен. Только задание, чтобы песни были сначала исполнитель по-русски, имя, фамилия, например, потом через тире название песни. Это было бы замечательно. MP3 формат желательно повыше, чтобы был битрей. Минимальный 128. Чем больше, тем лучше. Вот, помогайте, разбирайтесь. Кто умеет записывать, обрабатывать звук, пожалуйста, подключайтесь. У нас огромное количество эфиров, которые еще не нарезаны. Какие-то цитаты. У нас очень много интересных цитат в эфирах. Поэтому можно подключаться и заниматься нарезками эфиров. У нас команда такая уже образовалась, небольшая. И нарезают, но не успевают. Монтаж видео, монтаж каких-то передач, дальше создание уже полноценных программ каких-то. Тоже это все в планах есть. Планы планами, но кто будет исполнять? У богов, кроме ваших рук-то, других рук нету. Так что... Дальше. Какие планы по развитию, например, просвещения? Так, еще раз. Мы создаем продукты. Продукты питания для мозга. Но у нас база. У нас, грубо говоря, сельскохозяйственный центр по их выращиванию. У нас база по их переработке и склад. Вот на этой базе, на этом складе, вы можете эти программы получать и распространять. Вот смотрите, обратите внимание, как действуют пиарщики, которые какой-то проект хотят быстро раскрутить. Даже если проект вообще никчемный. Они быстро начинают входить в различные соцсети, в различные группы, и начинают в этих группах размещать информацию. Вот вышло какое-то интересное там, на их взгляд, что-то, они быстренько раз разместили. И так вот человек один, да, в 5 группах спокойно размещает. А подписчиков группы может быть 100 человек, может быть 100 тысяч человек. Если вы в этих группах будете размещать ненавязчиво, не как полусумасшедшие, бегающие, кричащие, а вот смотрите все, а просто давать людям возможность что-то оценить, посмотреть, какие-то интересные отрывки, что-либо интересное, то в этом случае тем самым вы будете влиять на пробуждение, вы будете влиять на то, чтобы люди понимали, что за жизнь. Без вашей помощи ничего не произойдет. Мы не тратим ни копейки денег на то, чтобы куда-то что-то послать. Во-первых, у нас этих денег нет на это. У нас нет бюджета многомиллионного, чтобы мы там в Яндекс.Директе или в Google или где-то еще могли писать «Первое народное славянское радио».
там, да, эфиры, передачи. У нас денег таких нет. Вот. У нас нет дяди-спонсоров, которые бы отдавали. У нас все вот своими руками создано, своими головами придумано. Какие-то деньги, которые мы объявляли, то люди сбрасывали с сервера, там настроили еще что-то. Да, медленно, да, потихоньку, но извините, нам тоже как надо спать, когда-то нужно есть, когда-то нужно в туалет сходить. У меня еще огород, надо им заниматься. Вот в этом году условия тяжелые, очень много приходится там что делать. Дожди идут постоянно. И то урожай хоть какой-то, да, есть интересный. Но это ладно, это мои уже дела. Вот, поэтому, если вы не будете заниматься продвижением, то в этом случае ваше Народное славянское радио будет само собой развиваться, но просто медленнее. Если с вами, то быстрее. Как в анекдоте. Идем по пустыне, идем, идут. А побыстрее можно? Можно, побежали. Вот из этой же серии. Дальше. Олег Светов, вопрос из Ютуба. Может сделать курсы на Славянском радио для начинающих ведущих, для создания филиалов Славянского радио, создать в каждой области? Дело в том, что если мы транслируем по интернету, то создавать в каждой области бесполезно абсолютно. Создать какие-то действующие филиалы можно. Тогда напиши направление, каких филиалов ты бы хотел видеть в каких регионах, или, может быть, во всех регионах. Чем занимались филиалы? Мы же не секта какая-то, мы же не религиозная какая-то структура или не какая-то там партия, которая борется за что-то или против чего-то. Мы всего лишь навсего люди, занимающиеся изучением нашего бытия, нашей жизни. Мы не призываем ни на баррикады, ни на уничтожение какого-то строя, свержения. Ну, вот. Наша задача – давать людям пищу, рассматривать какие-то вопросы. Если нужны ведущие, то ведущие нужны именно для интернет-радио. Если необходимы какие-то студии, то для студии необходимо финансовые вложения, аппаратура. Там необходим персонал. Это уже другой разговор. Потому что для радио самого ведущие нужны, но при этом не обязательно на это тратить какие-то деньги. Ведущих, да, мы можем подготовить, можем общаться. Вот появляются люди, пробуют себя. Вот Иван попробовал себя и по понедельникам. И видно, что какой-то у него прогресс идет. Вот по понедельникам эфиры иногда выходит с его участием. И вполне возможно, там он найдет какой-то свой такой ключ общения, и он ищет его, и все складывается. Приходите. Можно делать свои личные программы. Свои личные программы можно делать, записывать их. Они будут выходить, и такие программы выходят. Ну, смотрите, стол заказов у нас был, да, сейчас стол музыкальных заявок, находок, стол музыкальных находок, он существует уже не первый год. И по пятницам он выходит в 3 часа ночи, в 12, 20 часов по Москве. Давайте поговорим. Василий Васильевич, он свои мысли вбрасывает, читает какие-то интересные статьи. Тоже он выходит постоянно, новости выходят постоянно. Какая-то субботняя программа, которая выходит, там, например, по вопросам, ну, вот мир женщин, вот такое есть направление, и другие. Люди просто начинают делать. Озвученные статьи интересные появляются. У нас сейчас несколько программ в изготовлении, которые пока еще не набрали большого объема, но которые уже вот сейчас существуют, и которые сейчас уже, они готовы к тому, чтобы выходить в эфир, и все нормально, все хорошо. Присоединяйтесь. Кто-то готов надиктовывать, кто-то готов обрабатывать, кто-то готов нарезать, кто-то готов музыку подбирать, кто-то готов отсеивать, что плохая музыка, некачественная, и искать замену и так далее. Работы куча, вот просто. Вы себя можете проявлять, как хотите. Главное, было бы у вас желание, придут знания. За это вам вручается журнал «Хочу все знать». Надо там звук отключить в чате, который перезагрузился. Нажать на «включить звук». Иначе он будет так давать сигналы. Дальше идем. Реплика в эфир от Тианы. Алексей, доброго здравия. Народное славянское радио планирует в мире Яви объединять своих слушателей? Мы не какая-то организация, которая бы преследовала цель именно вот такую. Мы занимаемся только тем, что даем знания, даем какие-то исследовательские наработки. И на этом мы пока останавливаемся. На этом мы пока останавливаемся. Но это не означает, что через какое-то время появится какая-то структура, которая бы уже физически что-либо исполняла и выполняла. Это зависит от вас, друзья мои. В первую очередь. Дальше пока говорить ничего не буду. Идем дальше.
Владимир из Мытищи, реплика в эфир. «Став трезвым, я потерял целый старый мир. В новом трезвом мире нет практически никого». Владимир из Мытищи, ты потерял собутыльников. И из них состоявший мир. Вот и все. Ты хочешь вернуть собутыльников? Тот мир, состоящий из пьющих людей. Ну, тебе собутыльники нужны, ты вроде разумный человек, ответь тебе сам. Если тебе нужны собутыльники, возвращайся к ним, возвращайся к лохане, где пойло разлито, и давай травиться. Если тебе такой мир не нужен, создавай свой. А создавать свой можно тогда, когда ты определился, что делать, а не просто так о чем-то размышлять. Идем дальше. Так, тоже от Владимира из Мытищи. Алексей, вы сами проверяли, что вы проснулись, прежде чем будить спящих? Владимир из Мытищи, вопрос очень умный, очень интересный. Отвечать на него не буду, потому что не вижу смысла ответа на него. Иначе любое мое слово, сказанное, может восприниматься как «за», так и «против» того, что я говорю. В зависимости от того, как ты видишь, так меня и воспринимай. Идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. «Был крещен в младенчестве, но как снял крестик после прочтения России в кривых зеркалах, сразу ощутил противодействие со всех сторон, проблемы на работе и здоровье». Павел, дело в том, что я никогда никого не призывал что-то снимать, что-то на себя одевать. Поэтому вот касаться этой темы, так в открытом эфире будет воспринято кем-то, что я к чему-то призываю. Значит, вот что я скажу. Любой эгрегор или эгрегор, любая вот эта завязочка энергетическая, которая мысленно-энергетическая, она имеет как прямую, так и обратную связь. Вы ее создавали, входя в нее, усиливали своими действиями, а теперь вы из нее уходите. А вся эта энергетическая структура мыслительно строится на страхе. Если эта структура боится вас потерять, она будет всякими возможностями, всякими силами вас удерживать через тот же самый страх. Если вы не готовы это преодолевать, то в этом случае тогда она будет вас подавлять, и в этом случае тогда вы будете что-либо терять. Недостаточно с себя снять какой-то атрибут принадлежности или знак, или символ. Необходимо понимать, кто вы, для чего вы и как вы. И крещение, или там, не крещение, оно здесь никакого влияния на человека не оказывает. Оказывает мысль. Кто вы есть, туда вы входите. Куда вы вошли, с тем вы взаимодействуете. И никто не имеет права нарушать свободу вашей воли. Вот и все. Если вы ушли из одного мира, вы можете какое-то время, как вот Владимир написал, ощущать какую-то опустошенность. Это всего лишь навсего говорит о том, что вы в новый мир не вошли. Вы болтаетесь вот так вот посередине, как в анекдоте. Мы одной ногой стоим в социализме, другой в коммунизме, и вопросы залы. Долго ли такой раскоряки стоять будем? Долго. До тех пор, пока вы не перейдете в другое состояние, в другое осмысление и понимание. Идем дальше. Реплика в эфир от Владимира из Мытищ. Есть ли параллели в идее о том, что наркотики для человека то же самое, что метеорит для динозавров? И если запретить алкоголь, то люди придумают еще более адское зло. Например, электроды, вживленные в отделы головного мозга, отвечающие за ощущение удовольствия. Владимир, отвечаю так. Про метеорит рассуждать не буду, а вот про запрещение скажу так. Нельзя ничего в этом мире запрещать. Именно поскольку любой запрет, он всегда сладок. Необходимо, это не наш путь, это не наш метод, необходимо заниматься осознанным мировосприятием, миросозерцанием и так далее. Только через осмысление человек может превзойти какие-то проблемки, уйти от чего-то и прийти к чему-то. Если что-то просто запретить, начнут гнать самогон, начнут нюхать дихлофос и так далее, начнут продавать из-под полы. Да, дураков поуменьшится, такие запреты срабатывают какое-то время, но полностью искоренить проблему не удастся. Необходимо, конечно же, как с паразитами всегда принято, как-то регулировать их, численность, уменьшать возможности продажи наркоты, алкоголя и прочей дряни. Вот. Это само собой,
То есть необходимо создавать условия, чтобы дети, подрастающее поколение этого не знали и были от этого далеки. То есть специализированные какие-то магазины, где по паспорту, в одной точке на район, а может быть за пределами города, куда сумасшедший человек, хотящий себя отравить, ему нужно было туда поехать, и многие туда не стали ездить. И, естественно, нужно очень жестко наказывать тех, кто продает это пойло, надо приравнять его к наркотикам. В этом случае найденные, там, например, две бутылки в багажнике, условно, да, вот, они бы означали, что человек их там продает, ну, условно, там, найти какие-то критерии. Да, пускай это звучит дебилистически с моей стороны, но это лучше, нежели чем в дебилов превращать людей, которые это выпивают. Вот, я готов потерпеть оскорбление в свою сторону. Вот, то есть пути сдерживания, они известны, и они хорошо во многих системах продуманы на государственном уровне, их надо применять. Но запрещать ничего нельзя. Необходимо через осознанность людей приводить к тому, что вливать в себя яд нельзя. Это вредно. Нет, вернее, можно вливать, но это приведет к каким-то тяжелым последствиям. Поэтому ничего запрещать нельзя. Мне, например, не надо запрещать, чтобы я тыкал себе вилкой в глаз. Ну, попробуйте мне запретить, чтобы я себе вилкой в глаз перестал тыкать. Я не тыкаю себе вилкой в глаз, потому что я понимаю последствия. Не надо мне запрещать, чтобы я себе, например, топором по руке стучал. Ну, глупо ведь, да? Там, гвозди себе в лоб, чтобы перестал забивать. Ну, запретите мне. Ну, что за дебилизм? То же самое другому. Чего запрещать-то это? Он так это осознает. Вот когда человек осознает, что не надо себе забивать гвозди в лоб, не надо себе топором по руке стучать, не надо себе вилкой в глаз тыкать. Вот когда он это все осознает, он не будет это делать, ему запреты не нужны. То есть создавайте нормальное восприятие этого мира, и все станет на свои места, и не надо будет никому ничего запрещать. К тому же, если наркотики в этом мире есть, значит, они для чего-то нужны. А вот для чего нужны – это отдельный разговор. Идем дальше. Псих-реплика в эфир. Я знаком с исходным кодом веб-сайтов, готов помочь сайтам безвозмездно. Свои данные отправлял через сайт slavmir.org на имя администратора сайта. Хорошо, ты попробуй не на имя администратора, а в редакцию. Я чаще смотрю редакцию. Идем дальше. Сергей Агарков, вопрос в эфир. Если один в семье проснулся, а второй нет? И? Ну, наверное, что делать, он хотел спросить. Я так понимаю. Что делать в этом случае, если один проснулся в семье, а второй вот нет? Об этом уже говорили 3 раза. Давать новые иллюзии во сне тому, кто спит, с более правильными картинками, с более правильным направлением, чтобы человек захотел это сделать в жизни. И когда он захочет проснуться, потому что он это все дело увидел, тогда уже у вас появится под боком новый соратник, новый друг, проснувшийся, желающий так делать, и делать лучше вас. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Вот и все будет хорошо и замечательно. Поэтому не надо никого заставлять, не надо ничего запрещать. Если вы разумный, проснувшийся, то это как минимум говорит о том, что вы сможете дать то необходимое человеку, что он сейчас желает получить, что ему сейчас требуется получить. Если вы проснувшийся, если вы думаете, что вы проснулись, в этом случае тогда все наши разговоры бесполезны. Вы не сможете ничего сделать. Человек, проснувшийся, то есть ведущий, осознанный, всегда найдет способ взаимодействия с другим человеком, который спит. Потому что со спящим проще взаимодействовать. Он никуда не убежит. Этот спящий от вас может дерануть. И попробую догонить, что-то рассказать. «Эй, стой, мы тебе еще не рассказали, как…» Ну и так далее, да? Вот. Как это, мужик, медведь кричит, мужик, ружье забыл, и штаны забери. Вот, поэтому вот бегущего трудно к чему-то привлечь, призвать. А тот, который спит, все очень просто. Вы просто, вас заложили, что это все сложно. Да просто все это. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Идем дальше. У нас есть передача хорошая вот из субботних передач, где вы с Михаилом там обсуждали эту тему. Ну, не совсем эту, но близкую. Там Михаил задавал подобные вопросы. Она есть на канале YouTube. Как она там? Не помню, как называется. Поиск. У нас много чего есть. Вопрос в том, что… Вот смотрите. Если вы обладаете какой-то очень важной информацией, и с ней ни с кем не делитесь, считайте, что у вас этой информации нет.
Если вы напекли пироги, но при этом никого не пригласили, ваши пироги так и стухнут. Вы не сможете все сожрать, они стухнут. Если вы захотели устроить пир на весь мир, но об этом никто не знает, пира на весь мир не произойдет. Поэтому если на канале YouTube Народного славянского радио существует много интересных передач, во-первых, надо знать, что это за передачи, как минимум. Какие направления по этим передачам, что в них говорится. И потом начинать их просто-напросто людям давать. Но не так, смотри, сукин сын. Да? А так, что просто вот натолкнуться, смотреть, там вот какие-то есть. Давай поговорим. Вот мне интересно, что там такое? Что там? Какой-то там бородатый мужик с козлиной бородой, что-то такое там. Или вот там, да, какой-то там Бурович что-то. А там вот мужик в очках вот с такой головой что-то рассказывал. Вызывайте. Не знаю, я когда пришла первый раз, я слушала все подряд. Пока все не переслушала. Да, это заметно. Идем дальше. Так, реплика в эфир от Владимира Измитич. Получается, что все-таки культивация человека имеет место быть. Культивация имеет место быть во всем. Задача наша — улучшать эту жизнь, помогать Земле становиться лучше, помогать другим людям становиться лучше. Но культивация не подразумевает насилие. Здравомыслящий человек, проснувшийся, насилием не занимается. Ни запретами, ни насилием. У нас спящий человек — это как ребенок, а с детьми у нас всегда занимались так — личным примером, сказками, какими-то былинами, рассказами для того, чтобы ребенок захотел это сделать. Личный пример важнее всего. Если вы ребенку стоя с сигаретой говорите «не кури, это вредно», то в этом случае ребенок на вас будет сказать, как на сумасшедшего, который курит и при этом делает себе вред и вам рассказывает ребенку, скажет, что это вредно. Вот. Так что глупостями не занимаемся, а понимаем, что только изменив себя, вы можете показать другому пример. И только изменив себя, став умнее и важнее, и ведомее, не знаю, кого ведут, а слово «ведать», ведуном или ведуней, вы сможете познать то, как взаимодействовать с другим человеком без насилия, запретов, а по-доброму, чтобы ему же было хорошо. А это и есть добрая культивация. А слово «культура». А культура может быть только в ведании. Идем дальше. Вопрос в эфир от Эдгера из Москвы. Здравия, Светлана и Алексей. Каким образом снимается морок? Благодарю за ответ. Эдгар, так мы об этом всю передачу, в общем-то, говорим, каким образом снимается морок. Морок снимается многими способами. Первый. Сначала сними чадру и паранжу со своих мозгов. Смети пыль, сними лапшу сам, самостоятельно. Посмотри на этот мир, изучи его. После этого пойми, почему другие до сих пор с лапшой сидят. Предложи им другое блюдо без насилия. Сначала эфемерное, сначала визуальное, которое бы им понравилось. И после этого только предлагаем какие-то светлые пути. Вот так из морока можно выходить. Никак по-другому. Нельзя выгонять из морока. Нельзя насилием заниматься. Я же об этом вот твержу уже целый эфир. Идем дальше. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Здравия, Алексей, соскучился. Если не секрет, в своем огороде свои семена используешь. Какие секреты применяешь для получения результата в нынешнее время? Какие культуры выращиваешь? Извини, если не по теме. Благодарю. Извиняю, Алексей, не по теме. Об этом можно делать отдельную передачу. Отвечу на вопрос. Где-то семена свои используем, где-то берем у соседей. Так вот, заметил хорошее что-то, взял, и они становятся нашими. А где-то что-то покупаем, если на сегодняшний момент еще пока не нашли своего. А там всякие приемы, мульчирование, кошение, укладки грядок высоких, низких, полива и все остальное, удобрения. Это не в этой передаче. Идем дальше. Владимир Измитич, информация есть, но адаптировать ее под аудиторию слушателей – огромнейший труд. Так что даже непонятно, стоит ли это того и будет ли сохранена суть. Владимир, никто легкой жизни на этой земле тебе не обещал. Прежде чем прийти сюда, ты подписал определенный договор, где было прописано, что ты будешь делать, что ты обязан делать и какими усилиями, какими средствами и ресурсами будешь располагать. Ты ими всеми располагаешь. Еще раз, легкой жизни никто не обещал. Если ты должен это сделать, ты это сделать должен. Если не должен, не берись.
Вот. Поэтому огромнейший труд, да, огромнейший труд. Но, уверяю тебе, это не самый великий подвиг твоей жизни. У тебя будут еще более интересные подвиги. Вот. А непонятно, потому что ты еще кое-что сам не понял. А когда ты поймешь, и тогда оно все и сложится, тогда и будет все хорошо и замечательно. В принципе, все мы с тобой, да? Да, больше нету ни реплик, ни вопросов. Все. Как замечательно, что мы сегодня так хорошо. Ребят, как мы хорошо посидели, да? Да. Ну хорошо, давай в заключение какой-то подводи итог от себя. Что ты услышала, какие мысли? И нашим слушателям, зрителям что-то скажи доброе, вечное. Ну, благодарю тебе за полные, как всегда, ответы, за полезные. Благодарю слушателей за участие в эфире, за вопросы, за всегда доброе отношение. Ну, в общем-то, ну, я услышала, что хотела. Что, такое прям доброе отношение, да, было у нас сегодня? Да, что-то так хорошо, все так спокойно, никто не кричит. Хорошо, ну, давай так я себя подведу. Итак, друзья мои, сейчас много у вас различных вариантов бытия в этом мире. Можно продолжать находиться в матрице. Можно в этой же, находясь в матрице, пытаться ее изменить, но это будет саморазрушение, потому что когда вы пытаетесь приемами матрицы изменять матрицу, вы усиливаете матрицу только с другой стороны. Революции никакие нам не нужны. Почему? Потому что в революциях льется кровь тех, кто воюет, кто стоит на баррикадах. Изменить мир можно только изменив самого себя. Изменить себя можно только через познание самого себя и познание этого мира. Вот это вот основные параметры, которые необходимы, чтобы в вашем ассортименте мышления присутствовали. И только так что-то будет меняться. А на сегодня мне остается напомнить, что по одному из календарей пока еще, без нескольких минут, 13 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 12-й день месяца получения даров природы, 7525 лета, понедельник. И мы говорили с тобой на какую тему, Светлан? Мы говорили на тему, что нам мешает объединиться. И мы посвятили тему очень развернуто. Посвятили эфир теме, что нам мешает объединиться. Благодарю, Светлана, тебя за активную помощь. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей канала Ютуба за столь активное участие. Молодцы так держать. Меня очень порадовали ваши вопросы и реплики. Но мне остается с вами проститься, пожелать вам добра. Будьте с нами. Делайте то, что должно делать. Никогда не переживайте по тому, что произошло, потому что то, что с вами происходит, это ваше. И это самое ценное, что у вас может быть в жизни. Это ваше, и вы можете это познать и больше не допускать. Прощаюсь. Быть добру. С вами был Народный славянский радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.